А, да-да-да, это полная беда. Здесь чуваки такую херь порят. Здесь только, по-моему, Бетанкурт нормальный, а остальные все вообще... Да, вот такой контраст, да. Там жуки что-то... Какого-то шмеля там давят по грифу. Скотт Ян просто господин хлеб. То есть у него просто уже борода в хлеб превратилась. Какой-то батон из подбородка растет. Уже просто весь утонул в хлебе. И вот, да, так из другого мира чувак просто наваливается и перкуссивный арпеджио. Да, но мы это уже разбирали, ржали с этой херни, что получается, как будто здесь, как будто все типа равны, все братья-гитаристы, однако по факту одни просто хлебные пережатики, вон, с батоном из подбородка, а другие просто виртуози, типа Бетанкурта. Да, эту херню как бы уже мы смотрели, разбирали. Морелыч, бедолага, просто жалко, это же кривая. Какая же ухорезка. Ну, я думал, потом, может, на эту тему что-нибудь снять, какого-то. Здесь не умеет ли я какую-то, не знаю, разбор этой херни. Может, как-нибудь доберусь с него. А так, да, мы эту бузню смотрели уже как-то на стриме достаточно подробно. Так это просто. Склоняю.